Why are y'all voting for Kamala Harris? I don't want to lose my rights. Like, I'm a trans man and I'm gay and I have been pregnant and I've had an abortion before and I don't want to lose that. I'm afraid of not being able to be myself anymore because from what I've heard, Trump's America doesn't want me to look like this. So that's why I'm here today and that's why I'm voting blue. What about you? I've also been pregnant and had an abortion before. I was a minor and it would have been dangerous for me to properly, like, it would have been dangerous for me to carry a baby with, like, personal reasons and everything. I also, like, I'm very, you know, alternative, and I feel like if Trump were to win, I wouldn't be able to, like, express myself through my looks and everything, and wouldn't be able to have the piercings or the dyed hair or the tattoos that I want. You know, I would be able to be myself, and my dad's very pro-Trump, and I'm just very pro-Kamala. Yeah. Going down! Вот это вот естественность кандидата, она вызывает больше симпатий. Потому что Хиллари это чисто вот, как говорится, официально. Люди устают от официоза. Дети в школе не любят классного руководителя, не любят отличника. Вот Хиллари была от директора школы, и она была отличница. И это людей раздражает. А Трамп идет сам. Ну что, он был двоечник разве? Он не двоечник. Но он сам идет. А Хиллари уже объявили, она отличница. Она самая лучшая ученица в нашем классе. Она получит золотую медаль. А Трамп, ну, Трамп пусть участвует, так сказать. То есть это раздражает избирателей. Когда в наглую за них уже решают, вот она победит. Вот наш будущий президент. Слушайте, выборов не было еще. Потом сама, что меня еще побудило к тому, что 100% она не выиграет. Досрочное голосование. Это самый первый признак фальсификации выборов. Что случилось? 40 миллионов американцев должны голосовать за 2-3 недели. Я спрашиваю одного журналиста американского, почему так происходит? Вы знаете, у нас день выборов мало участков. Люди не успевают голосовать. Поэтому мы разрешаем голосовать досрочно. То, говорит, богатая страна, самая богатая в мире, самая развитая. То вдруг в день выборов не хватает избирательных участков. И действительно, 8 ноября очереди стояли. Я вспоминал наши выборы. Никого нет. Приходишь в пустой участок. Ты один практически голосуешь. Время тебе потребуется 5 минут. Поэтому, когда я вижу, что досрочное голосование 40 миллионов, каждый пятый, такого количества нигде в мире нет. Когда все время заявляют о поддержке даже представители этой партии, республиканцев, я видел, что это все такой натиск. Натиск на него, на одного. И я понимал реакцию американцев. Они не забитые, они не трусливые. Они родились в Америке с выборами. Эта страна создана на выборах. Они пришли туда первые поселенцы, они стали выбирать. Участкового, у них-то шериф называется, там судью, прокурора, губернатора. И только у них выборы губернатора имеют значение. Потому что это губернатор того маленького государства, глава, который когда-то был. Они их создали, а потом вот 50 объединились. Вот все в совокупности, я понял, что победа Трампу обеспечена. То есть они сами заставили избирателей голосовать за Трампа. Им бы умереть на как? На Трампа. Но это не остановить. Они же боятся. А вдруг все-таки он победит действительно, если на него не нападать. На Украине много нацистов. И они фактически убили всю мою семью. Я из Украины. Они выгнали всю мою семью. Бабушку, прабабушку, 10 братьев и сестер вывезли в лес и заживо закопали их на Украине. Подожди, Розанна, подожди. Сам президент Зеленский – еврей. Совершенно очевидно, что он де-факто не нацист. Тот факт, что он еврей, не означает, что он любит евреев или что он делает что-то хорошее для них. Проснитесь, люди. Придите в себя. Лучшая работа в мире. Да мне вообще похуй. Реально, чисто поебать. Кто, чего, мне похуй. Я...